Серьезное ДТП произошло накануне ночью. В областном центре столкнулись две иномарки. Подробности о случившемся у Натальи Валуйской. В Ленинском районе города Ульяновска на улице 12 сентября, дом 110, в 23 часа 20 минут по предварительной информации водитель автомобиля ФАФ на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Тиана. В результате ДТП водитель автомобиля ФАФ, мужчина 54 лет, госпитализирован. А это уже кадры с видеорегистратора. Сегодня в 7:15 утра на проспекте Нариманова водитель КамАЗа сбил пожилого человека на пешеходном переходе. От полученных травм 85-летний мужчина скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают автовладельцев быть внимательнее на дорогах.